Ты будешь в Фейсбуке. Мы очень это, тебя любим. Дай Бог тебе здоровья. Когда ты заранее звонишь и говоришь, як ми відмовим, що гавтум ми бром, это всегда нас радует, и мы считаем числа. Узель говорит мне, что гавшу, сок шамчон, ома на ома. Вот так мы тебя ждем. Наша дружба уже очень много лет. Она доказана. Ты еще в Самарканде. Узела дома нет. Приходил, около меня в кухне сидел. По два часа. Я готовлю, он сидит на стуле. Кай мебе, Узель. Так что ты старый наш друг. Ты как родственник для нас, для всех. Мои внуки, дети тебя любят, Бэмет, как дядю родного. Чтоб ты был жив-здоров, мани, я говорит, Мишка. Аминь, самое главное. Твой образ жизни, радоваться жизни, это хорошая черта. Спасибо. Это тебя держит. Спасибо. Я тебе желаю ламших каха. Аминь. Аминь. Три, четыре, лахаим. 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 Твой оба не кшава Илоим. Дай за вас здоровье, дорогой. Больше чем. Дай Бог тебе здоровье, Илоим. Больше здоровья. Пишу это, Илоим. Амин. Твои бачоты на билетах.